Неожиданный поворот в деле советника бывшего акима Павлодарской области Ерлана Арына. Тулиген Бастенов признал свою вину в суде, хотя до этого отрицал все предъявленные обвинения. Он рассказал, кому предназначалась внушительная сумма взятки. Напомню, на скамье подсудимых оказались два бывших высокопоставленных чиновника и три предпринимателя. Они проходят по делу о многомиллионных откатах при строительстве городской школы. Любопытно, что в признаниях Бастенова вновь всплыло имя его бывшего шефа, которое уже осудили на 3 года условно. По словам бывшего госслужащего, сам он в коррупционной схеме выступал исключительно в роли посредника. На суде Тулиген Бастенов уверял, что деньги должен был передать второму подсудимому Арслану Абдыкалыкову. Поскольку сторона защиты была против присутствия видеокамер, есть только аудиозапись из зала суда. Я вину, конечно, признаю, но, значит, только не согласен с тем, что мне квалификацию применяют в карме. То есть, иными словами, частично судьба? Да. Здесь проходит, получается, между Арын и Абсагамовым. А мы должны будем деньги передать через Абдыкалыкову. Это то, что сейчас отсюда отечественных объяснений мы читали, один кадр написан, как она есть. Также в суде обнародовали многочасовую запись прослушки с участием подсудимых. Бывший советник акима согласился разъяснить стенограммы. Всего планируется заслушать 280 телефонных разговоров чиновников. Их фиксировали 10 месяцев до громких арестов.